по-английски, как многие думают сначала, это бананы. Вот, вот такие вот бананчики, жареные в масле. Вы не представляете, какие они вкусные. Вот такое местное лакомство. Я не знаю, вредно это или полезно, но и вьетнамцы их очень любят, и мне они тоже очень нравятся. Если не пробовали, попробуйте. Здесь на углу, недалеко от отеля, вот отель Star City. Вот отель Star City. Вот напротив Silent Club. А вот вода продает такие вот вкусные штучки практически каждый вечер. А вы знаете, что это такое? Это бананы. Это сладкие, вкусные бананы. Да, можно попробовать. Это резанные, а это такие, да? Это порезанные. Нет, вот это бананчики. А это вам не надо. А, это, наверное, специально, чтобы... А мы думали, сосиски. Все думают, сосиски. Нет, это не сосиски, это бананы. Это бананчик один. 5000 донгов. Да. Цена у нее для всех одинаковая, что для вьетнамцев, что для вас. Абсолютно. Это можно пробовать, не бояться. Меня ты этим не напугаешь? Люди ушли. Что-то подумали, подумали. Но я думаю, что это классная штука. Каждый вечер.